I came up a little change, but I ain't change up a little fame, but I ain't famous, a little danger. Хей, чуваки, с вами Аня Кадалня, и сегодня мы с вами будем делать гитару для LPS. Вот такие гитары мы с вами будем делать. Эти гитары у меня присутствовали в LPS-версии «Он мразь». Там у меня Ларин играл на них. Этот так называемый мастер-класс для тех, у кого нету принтера и у кого просто руки из жопы, как у меня. Что ж... Давайте начнем. Для начала я озвучу то, что нам понадобится. Это ножницы, карандаш, ластик, компьютер, ну или телефон, или планшет. Затем краски, ну или карандаши, или фломастеры. Ну, то, чем мы будем раскрашивать нашу гитару. Листочек бумаги, картон и клей-карандаш. Если у вас нет картона, то просто приготовьте кучу листочков бумаги, потому что мы будем склеивать нашу гитару, чтобы она была потверже и попрочнее. Также нам понадобится лак для ногтей, чтобы все это покрыть и все это блестело и было красиво. Для начала мы с вами запускаем ноутбук, ну или планшет, телефон, в моем случае это ноут. Заходим в Google и вводим гитара. В моем случае это электрогитара, потому что, ну, нужен реквизит и все такое прочее. Ввели, нашли картинку нужную, которая вам понравилась. Прикладываем листочек к компьютеру, можно закрепить его скотчем, чтобы он не двигался во время того, как мы будем все это переводить. После того, как мы все это ввели, отклеиваем листик и поправляем неровности, ну или что-то дорисовываем. После того, как мы нарисовали нашу гитару, мы ее вырезаем. Далее вырезанную гитару мы клеим на картон или на листочек бумаги. После опять же вырезаем. И так несколько раз. Если картон плотный, то одного раза хватит. Затем берем краски, ну или карандаши, фломастеры и раскрашиваем нашу гитару. We'll be right back.
скромная няша, я няша-стесняша. Люблю читать книжки и в доту играть. Я милая киса, пушистые лапки. Люблю вечерами о звездах мечтать. Сотвач, бур-бур-бур-бур. Я ламповая няша. Сотвач, бур-бур-бур-бур. Я ламповая тьма. Когда мы закончили раскрашивать, то все это дело мы покрываем лаком для ногтей. Теперь просто берем двухсторонний скотч или на что вы там будете его клеить к пэту, и все. Oh my god, take your pants off. Fuck it. Таким образом можно делать любые вещи для педов. Те же самые бантики. Просто берем, прикладываем, рисуем, раскрашиваем, потом после вырезаем, на что-то наклеиваем и клеим это все на двухсторонний скотч к педу. Ну вот и все. Если вам понравились видео такого формата, то в принципе предлагайте свои идеи, я попробую что-нибудь сделать дальше. Но это не точно. Ну, если вы здесь впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайк под этот видео. А с вами был Аника Долня. Всем удачи и всем пока.